Как им там хорошо, ты посмотри, там спит. Там спят два, три клубочка рядом спят. Господи, как хорошо. Подожди, я реально чуть не заплакал. Чего ж ты меня так своим голосом растрогала-то? Ты смотри, они реально вместе просто лежат там. Вот это хорошо, то, что ты меня заставила, чтобы мы построили вот этот вот дикий уголок природы. Мне кажется, им здесь намного больше нравится. Еще сюда Лизу надо перетащить и Николая. Мы для них все это строили, но перетащить сюда их забыли. Кстати, да, реально, что-то мы про них совсем забыли. Слушай, давай, короче, да пропусти меня, надо покормить их. Кто их кормить-то иди, будет, иди, а? Иди, давай, корми, быстро. Давай. А посетители, чтобы только вот тут стояли и не заходили внутрь. Это заповедник частный, поняли? Замечу, что хоть чья-то жопа зайдет через вот эти два ряда калиток, я вот эти вам подзорные трубы, которые вы сейчас используете, вы знаете, куда я их вам засуну. Лучше вслух это не говорить, поэтому стойте там. Все, пошли, давай. Так. Ребятки, куда вы все разбежались? Ой! Так ты... Ой! На шифте ты к ним подходи, конечно, если так будешь напролом бежать, конечно, они спугнутся сразу же, Кать! Так, ладно, тихо, хорошо, спокойно, подхожу к одной. Давай. Они все сюда забили. Подожди. Я кормлю их, тихо. Да ты подожди. Я-то забыл-то, что я, если ты их кормишь, то они потом маленьких лисичек будут делать. Не надо, я забыл, не надо всех кормить, Кать. Так я ради этого здесь, не мешай мне. Маленький лисенок, привет! Добро пожаловать в новую жизнь, в шикарную. Так, идите сюда все. У нас слишком много здесь лис, нам не надо еще вот этих маленьких. Успокойся, пожалуйста, хватит, ты где? А, ты дырку не залатал в пещере, убежала через дырку. Ну-ка, иди сюда, смотри, вон там дырка. Видишь, дырка? Какая там? Нет никакой дырки, это листва здесь, они не могут через... Хватит их чики-бомбони, Кать, у нас только этих ягод нет, чтобы столько лис пропитать. У меня есть еще 41. Ой! Перестань, я тебя прошу, перестань. Все, Кать, достаточно, честно. Мы еще притащим Елизавету, притащим Николая, у нас здесь столько лис будет, офигеешь. Вот уже малолетние вот эти лисы бегают. Все, просто посади ягоды, пускай они здесь растут. А мы с тобой выходим туда наружу. Давай, выходи, калитку за собой закрывай. Ловите палки в руки, в зубы, было быстро. Сюда, господи, вот видишь, потому что калитку за собой закрывать надо, стой на месте, сатана. Малек, ты не возле меня бегай, иди лови, все. Потеряшка, блин, невоспитанная лиса. Ёперные кокосы, чё они такие быстрые, не угонишься потом даже за ними. Все, главное калитки за собой закрывать, внутрь заходи, закрой калитку. Смотри, какие ядры, все, выходи. Все, я больше в этот заповедник ни ногой больше не зайду. Смотрим через калитку. Трубы подзорные убрали? Убрали. Я вам обещал то, что я их куда-то вам засуну. Лерочка, ты что, не веришь? Ну иди сюда за мной. Пошли. Мы с Лерочкой отойдем. Пошли. А вы не смотрите! Пошли, Лерочка. Ты там, Катюха, тоже не отставай. Давай сюда за нами. И давай, Лера, быстрее. Я тебя позвал не просто так, а для того, чтобы мы сейчас пошли и почитали комментарии подписчиков. Потому что давно мы с тобой, Катя, этим не занимались. А ты, Лерочка, здесь. Стой возле меня. Давай, Кать, открывай комментарии. Начинай читать прямо сейчас. Ух, как я давно этого реально не делала. Так, приступим. Ага. Достройте статую уже, в конце концов. А вот это да, потому что 90% всех комментариев подписчиков это то, что мы забыли достроить статую свободы. Да, достроим, обещаю. Но нет, читай дальше. Так, дальше. Достройте Starbucks. Тоже пора. Дальше не это, потом достроим. Кладбище достроить, да что ж мы все достраивать-то должны? Ну читай дальше, еще чуть-чуть туда дальше. А, вот, кстати, скоро 9 миллионов подписчиков на канале, и Лера должна будет свое лицо показать, это правда? А, кстати, да! Кстати, Лерочка, готовься! 9 миллионов Лерочка обещала показать всем свое лицо. Мы даже не знаем, как она выглядит, ты это прикинешь вообще? Кстати, реально, вот, а реально, как тебя рисуют там всяко-разно? Ты даже никому не известна вообще, как ты выглядишь, а?
Ну вот, 9 миллионов стукнет, Лера покажет свое личико. Все, Катюха, иди дальше, читай комментарий. Давай, давай. Это не тот комментарий, который я хотел, чтобы ты прочитала. Давай дальше. Так, сейчас еще прочитаю. Так, постройте адское метро. Какое еще адское метро? Совсем что ли чокнулись там это? Что за бред? Ну, читай дальше, что там написано. Именно вот этот комментарий я хотел, чтобы ты прочитала, давай. Тут написано просто, постройте адское метро. Именно этим я и хотел заняться в этой серии. А то, реально, хватит уже строить твои только вот эти постройки. То построить для Лиз, то построить еще что-то. Сегодня, наркоманы Петровичи, мы с вами адское метро будем... Не слушайте его, он с ума сошел. Он сам не понимает, что говорит. Это самое... Слишком много спишь. Иди сюда. А вы стойте там, охраняйте Лерочку. А ты, Катюха, иди сюда. Я тебе сейчас все объясню. Смотри вот туда. Что это у нас вот там находится, а? Этот самый, железная дорога железная. Вот именно. А куда она ведет? В деревню. Вот именно. Иди сюда. Сегодня, Катюха, мы с тобой построим самый быстрый существующий способ, который позволит нам добраться в деревню буквально за несколько секунд. И именно вот это и подписчики написали в комментариях, чтобы мы с Катюхой построили. Ага. Не понимаю, как ты хочешь это сделать. Просто крылья надел, долетел и все. Это будет быстрее, даже чем надеть крылья и долететь туда. Да ну, не верю. Нифига себе! Мать моя женщина, да вы уже достали, вы себе даже не представляете как! Но мы же уже даже бесконечную ферму фантомов в прошлой серии построили! Пошли. Ладно, я туда даже не подойду. Пускай наркоманы Петровичи там разбираются. Давай, иди сюда. Иди давай домой, сейчас тебе все объясню. Пошли. Хочешь сказать, что этот способ быстрее даже, чем на лодке? Даже, чем на лодке. В несколько раз быстрее, я тебе честно говорю. И быстрее даже, чем на железной дороге? И быстрее даже, чем на железной дороге, чем на лодке, чем под водой, чем пешком, чем на крыльях. Быстрее, чем все вот это остальное. Ёпер, слушай, а давай мы просто переспим и пускай наркоманы Петровичи тоже идут. Подожди. Наркоманы Петровичи, идите в отель, переспите! Быстро давайте в отель! Все в отель! По кроватям! По кроватям, пока я всех не перекокал, а то этих фантомов бесполезно вообще убивать! Так, давай мы сейчас переспим, а потом продолжим, хорошо? Давай, переспим, потом продолжим. Я на твоей кровати тоже. Ага. Я больше не знаю способов, как можно еще добраться до деревни. А, ну не томи уже, расскажи что-нибудь, как это работает. Ну так подожди, ну так в комменте же было написано то, что адское метро, именно его мы сейчас и будем делать. Вы, наркоманы Петровичи, стойте там, потому что сейчас это все будем строить. Так подожди, это получается, что нам нужно будет через портал на рельсах в вагонетке ехать? Или как, или что? Ну там, подожди, сейчас разберемся. Главное где-то построить хороший портал. Это будет нам служить как входом в метро. А в деревне нашей это будет выход из метро. Поэтому давай мы сейчас с тобой придумаем, где построить этот портал. А слушай, а вот здесь вообще никто не живет. Че эти развалины здесь у нас вообще я делают? Я не поняла, в смысле никто не живет. Это мой дом. И че ты тут живешь, что ли? Ну, пока нет временно, но буду когда-нибудь. Когда? Ну, когда-нибудь буду, короче, ладно, используй. Вот именно, даже отмазаться нормально не можешь. Так, ядрить ты колотить. Здесь у нас развалины такие гигантские. Помню, как я для тебя здесь троллинг небольшой строил. Так, давай не будем вспоминать. Вот им, давай не будем про это. Наркоман Петрович, дом убрали за 2 секунды и выровняли всю поверхность. Давай. Да, Катя, я тебе говорю, ты бы в нем даже никогда не жила. Поаккуратней там, нежнее. И сейчас мы с вами где-то примерно вот здесь начинаем пердохать наш портал. Помогайте мне, хотя как вы мне поможете, у вас же обсидина нет. Поэтому просто смотрите, как я это делаю. Все! У меня депрессия. Подожди со своей депрессией, подожди. Вот, сначала подожжем сталаксосос эти вот ститы вот эти убери, малек, не ставь их куда попало. И, в принципе, все! Вход в адское метро открыт. Заходи внутрь, Катюха. Так ничего не работает. Внутрь? Посмотри, я сейчас зайду. Ну, и все. И там оставайся внутри. Так это же не деревня. Подожди, а дальше. Да вы тоже все внутрь заходите. Че вы на меня пучите-то? По одному, не толкаемся. А сейчас моя очередь. Также заходим сюда.
Опа, нафиг его знает, где я появился, но где-то появился свинозомби, главное не бейте. Так, где мы вообще находимся, я в душе не чаю, но хотя какая разница. Так, сейчас нужно записать координаты, где мы находимся в аду. Это у нас получается 21, 86, 63. Это что, математика, что ли? Я на такое не подписываюсь. Математика, да. Кто у нас здесь в математике шарит и в цифрах? Отомчик. Запиши координаты, которые я тебе сказал. Так он по геометрии. А, ну какая разница, запишите координаты просто. Чё происходит? Только мешают, честное слово. Кроме того, вместо того, чтобы помогать, только мешают. А сейчас, Катюха, крылья напяливай и полетели с тобой в деревню. Давай. Какая-то сложная фигня, честное слово. Ничего не понимаю, но очень интересно. Потом поймешь. Полетела давай. Внутрь заходим прямо сейчас. Давай, ты чё меня-то шандарахнула, я не могу понять. Заходи внутрь. Закрываем дверь и пошли выберем с тобой место, где будет находиться портал. А, кстати, а давай вот здесь. Хорошая поляна там. А давай в чьём-нибудь доме. Да не надо ни в чём доме, пошли вот туда. И сейчас на этом же месте нам с тобой, Катюха, надо построить такой же портал, зайти внутрь и посмотреть координаты. Подожди, я еще его не поджег, отойди в сторону. Вот сейчас захлюпывайся туда, давай. Так, а ты? Ну я тоже с тобой, давай, подвинься. И сейчас выходи. Ты там посрать! Обратно! Подожди! Японский рот, да куда? Да чё я должен так? У меня не такая хорошая реакция, как ты думаешь? Вот это хороший прям портал был, да? Давай обратно сюда. И сразу в портал. Па! Иди в жопу, иди в жопу, ну вот где ты, вот где ты? А сейчас улетел уже куда-то собака. Так, прикрывай меня, Катюха, отойди в сторону. И вот здесь записываем также координаты. У нас получается 95, 60, 100, 72. Вот так вот. 72 я записал. Молодец. Фигню записал. Наркоманы... Петровичи, напишите коорды первого портала. 22, 86, 62. То есть наш портал в деревне находится вот здесь. Но сейчас по вот этим координатам мы пойдем на 22 в ту сторону и на 62 в ту сторону. Пошли, Катюха, прыгай. А зачем это нужно? Пошли, не задавай столько много вопросов, давай. Ты опять здесь, что ли? Он через лаву в нас стреляет! Откуда я? Я отбросил! Я отбросил! Откуда я могу знать, где ты находишься? Шипака проедрить, колотить, летающая! Катя, живи, не вздыхай, пожалуйста, пошли за мной! Убегаем отсюда! А, так вот! Чё? Наш дом адский! Какой адский? Вот, у нас в аду есть дом, вот он! А как мы тут оказались? Тогда получается, этот портал, офигеть, как рядом находится с нашим домом. Значит, другой портал должен находиться где-то вот там. Побежали по координатам, Катюх. Вот наш адский дом. Там находится первый портал. А вот здесь находится второй портал. И смотри, даже минуты не прошло. Мы сейчас подбегаем сюда к наркоманам Петровичам. Быстренько не отставай. Заходим вот в этот портал. И появляемся. Получается, если я не ошибаюсь, у нас... Дома! Просто 30 секунд! За 30 секунд мы можем из нашей деревни добраться в другую деревню. Погоди, сейчас мне надо самой посмотреть. Сейчас я вот выхожу, и где я оказываюсь? Дома. Ага. Вот теперь ты мне веришь, что эта фигня работает? Так, а когда метро строить будем? Да хоть прямо сейчас, если хочешь. Ну так давай, конечно, давай строить. Ну все, давай. Только нам лед нужен и лодки. Ты вообще контуженный, что ли? Ты что, чая перепил грибного какого-то? Ты чё, чушь какую-то несешь? Там лава. Какая лед? Какие лодки? Какая лед?
Слушай, ты бы меньше бы разговаривала, я тебе честно скажу, и больше бы делами занималась. Пошли, я тебе все покажу, и сейчас сама все увидишь, давай. И я тебе еще раз спрашиваю, какая лед? Что ты собрался делать? Вот лед возьмем, вот лодки возьмем, если лед его есть, у нас вот нормально леда есть, льда, леда, какая лед, какая... забирай лодки и пошли обратно, давай, давай. Какая леда? Какая лед, неважно, иди лодки бери, давай. Под ногами лед, и в сердце лед, в стакане лед, я не помню кто, извините. Так, наркоманы Петровичи, сейчас помогайте мне, потому что вот здесь мы с вами начинаем строить дорогу вот туда. Короче, я строю, а вы возьмите кирки и вот это, и расчищайте мне дорогу. Давайте быстренько, только, пожалуйста, ни меня не столкните, ни сами не кокнитесь, хорошо? Давайте, давайте, сейчас вот ту сторону, дыру мне там проделайте в этой огромной скале. Так, мы со льдом дошли вот сюда, тут, Катюха, у нас будет вот такой вот заворот. А знаешь, почему сюда мы строим поворот вообще? Так, значит, там следующая арка с этим, с порталом. Вот, и ты не такая тупая, как кажешься изначально. Спасибо. Опа. Вот так, и здесь дальше проделываем вот такую вот дырочку. Наркоманы Петровичи, засраете там, давайте за мной. Я буду копать, а вы будете ставить. Опа, и все! И мы уже почти достроили, Катюха, стойте, стойте, то сейчас шандарахну сюда в лаву, аккуратно, аккуратно. Так, а в смысле, подожди, куда я? А ты чё под ноги не смотришь, а? Да ты достал. Вот, ну вот, ну ты да, ну ты реально, ну ты достал, я тебе честно говорю, вот, да, взорви сейчас все здесь, то, что мы 30 минут строили, все взрыв, ядреный зуб летающий. Дрысни отсюда, о господи. Так, лед мне выкинули, пожалуйста, еще, потому что у меня уже последние куски остались, давай быстро. А у меня такой вопрос к наркоманам Петровичам, а зачем вы сейчас только что меня скинули, это же лед, он же скользкий. А ты сейчас куда мне лед кинула? Тебе, ну на еще один стак. А сейчас спустилась, подняла его и обратно сюда залетела. А что, я его выкинула, что ли? Давай, спускайся. Нет! Кать, у тебя крылья есть, два раза на пробел, пожалуйста, нажми. Да вы бесите меня. И все, спуститесь за льдом, пожалуйста, Катя Дуримонда, просто давайте. Одна нога тут, другая нога там, спустились, давай, Отымчик, молодец. Наша команда строителей, балбесов, наркоманов Петровичей, меня и Кати в том числе, рада приветствовать каждого сегодня на открытии новой линии нашего адского метрополитена. Ура! Ура! Сейчас с вами сделаем небольшой такой паровозик. Катюха, подожди меня, мы с тобой садимся в первую лодку. Давай, садись. Рассаживайтесь все там сзади, давайте, давайте, в паровозик, в паровозик, в паровозик. Кто-то, мамочка Лера, осталась, ну ладно, вы пешком будете нас догонять. Фу, ну, с богом, как говорится. Поехали, давай, вот здесь, вот здесь не разгонят, ёпернир, как это. Круто покатались. Вылезай, 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 вылезай. Ну да, да. Да уйди ты, кто вот этот, кто поднял лодку? Ну да, тут надо доработать немного, потому что здесь ты вываливаешься так. Короче, здесь надо угол такой сделать, чтобы ты не вываливался на лодке. Лодку обратно отдали, давайте, и запрыгивайте туда наверх. Вот так вот, и сейчас никто здесь, отойди в сторону, никто здесь не будет вываливаться. Все, нормально, ставьте лодку, поставьте, пожалуйста, лодочку. Давай, 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 быстро, 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 Отопчик, молодец. Катюха, залезай. А вот сейчас аккуратно, не торопимся, не толкаемся, самое главное, проплываем или проезжаем, я даже не знаю, как это сказать, на лодочке по этому туннельчику, и здесь остановка! Не толкайтесь! Нет, остановитесь, остановитесь! Все, тихонечко, все, стойте, стойте, стойте. Ой, господи, все, вылезайте, вылезайте из этих лодок. Тут, конечно, я тебе так скажу, зона опасности, и сломали. И сломал, да я тебе
Жизнь сейчас всю сломаю, если не перестанешь в меня стрелять уже в этой серии! Сдреснул отсюда! Как к него попасть, а? Вот как... Давайте уже в метро зайдем, а? Все, спускайтесь. Здесь у нас потом идет вот такая вот вниз. Да, кто там кокнулся? Ну ладно, там Лерочка упала. У нас здесь сидит... Господи, реально как... адское метро. Адское метро, я тебе честно говорю. Ступеньки здесь у нас вниз такие спускаются, потому это переход, что... Это переход, переход. Потому что вот этот портал на уровень ниже находится. Все, потом берем... Заходим в него наконец-то, выходим из этого проклятого адского метро. И все. И появляемся в деревне. И потом также, если сделать обратно, появимся у нас в городе. Вот. А ты не верила, то, что подписчики нормальную вещь в комментах написали. Кошмар какой-то. Я как будто только что какой-то кросс пробежала или соревнования какие-то выиграла. Можно я просто пойду домой посплю? А сейчас пойдемте, не знаю, это... Новый год, да, отмечаем, а? Кто еще вечеринку хочет? Ну, кстати, можно. Фейерверки есть? Фейерверки запускайте, давайте! Такие же бракованные, как и вы все, наркоманы Петровича. Вот делайте нормальные фейерверки, а потом возвращайтесь. Надоели, честное слово.